«Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Тепло. Жылылык. Теплая погода. Жылы хава торышы. Теплая погода. Жылы хава торышы. Установка ледовых городков в Башкирии задерживается из-за теплой погоды. Башкортостанда бус колашакларын кую, жылы хава торышы сабаплы кишектерелі. Установка ледовых городков в Башкирии задерживается из-за теплой погоды. Башкортостанда бус колашакларын кую, жылы хава торышы сабаплы кишектерелі. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски».